Вот, я хотел бы, чтобы Украина победила, но чтобы победили тоже, победили те идеи, которые были провозглашены на Майдане, чтобы Украина стала демократической, свободной, демократической страной европейского типа, чтобы она в конце концов присоединилась к Европе и стала страной европейской. Я желаю того же самого и России. Я надеюсь, что, может быть, если с Украиной это раньше случится, то она будет положительным примером, и в конце концов Россия тоже когда-то ступит, потому что, несмотря на то, что какие-то люди у власти, которые этого не хотят, и там есть силы, но все-таки в России есть довольно широкий круг людей, которые понимают ценности и вот европейского образа и склада жизни,